Но есть все же и хорошая новость для вагнеровцев. Вскоре в их уголовных штрафбатах может быть пополнение, да еще и звездное. Вот певица Вика Цыганова обратилась к знаменитому Григорию Лепсу. Ну, чтобы не было так печально, от себя могу порекомендовать, может быть, записаться в ряды Вагнера, пойти воевать. Ну, почему нет, Гриш? Ты же возглавляешь отдел культуры, поэтому, может быть, стоит действительно пойти на передовую и там, как говорится, исправиться. Из чего бы это вдруг? Да потому что Лепс вскоре вместо рюмки водки может хлебать разве что баланду, а все из-за вот этого. Этот ярый сторонник войны уже давно подсел на бутылку. И теперь за такие выходки ему грозит вполне реальный срок.